До того, как я прибыл в Европу, я никогда не видел аэропланы живьем. Они кружились, делали пируэты в небе, словно стаи резвящихся птиц. Пилотов окружал орел романтики. Они были авантюристами небес. Но в реальности многие эти отважные люди кончали свою жизнь на земле среди дымящихся обломков. Мне нечего больше ставить, идиот. Аэроплан. Ну ты даешь. А почему бы нет, черт возьми? Победа все равно моя. Что у тебя? Утрись, Блэкберн. Такого я не ожидал. Но знаешь, я, наверное, все равно заберу аэроплан. Да какого дьявола? Ты проиграл, я выиграл! Тут такое дело, Рекхэм. Этот аэроплан очень красивый, а ты его недостоин. Я тебя честно победил, черт возьми! Не подходи к моему аэроплану! Скотина! Ты не можешь так со мной поступать! Я тебя победил! Я победил! Меня зовут Клайд Блэкберн. Я пилот и азартный игрок. Я Джош Рекхэм! Я Джош, черт возьми, Рекхэм! Не подходи к моему аэроплану! Если бы меня попросили назвать мой самый большой недостаток, знаете, я не очень честный человек. Добро пожаловать! Я Уилсон, а вы должно быть Джош Рекхэм! Конечно, я Рекхэм, как раз к вам! Ну что, поднимем аэроплан в воздух? Вы Джордж Рекхэм? Сын графа Виндзорского? Ну да. Привет, старина! Бристоль полностью соответствовал слухам. Летать на нем было одно удовольствие. Стоял отличный солнечный день, и все было бы идеально, будь я один. Хороший день для пикника, как ты думаешь? Так, видишь впереди аэроплан? Его надо догнать! Ага! Слушай, я знаю французское заведение! Может, пару девушек там найдем? Что ты несешь? Какие девушки? Это учебный полет! Следуй по заданному маршруту! Ну что, тебе решать, похоже! Теперь почувствуем штурвал! Будь у него на хвосте! Так, держи дистанцию! Догоняй! Сокращай разрыв! Держись, Влипсон! Легкого!
Посмотрим, как она в перестрелке. Пулеметы на предохранители, а то мало ли что тебе взбредет. Начинаешь понимать меня? Так мило. Как и другие аэропланы. Чем меньше скорость, тем круче можно закладывать виражи. Посмотрим, что он еще может. Главное, не отставай! Мне весело! А тебе весело, Влипсон? Я Уилсон! Ты не зевай, вперед смотри! Совсем по правилам! Ну и забудь ты о правилах! Жизнь богаче правил! Куда он направляется? Оставь его! Видишь шары для стрельбы? Проверь пулеметы! Огонь по готовности! Это я могу! Ого! Ничего себе аэроплан! Там еще шары! Заходи и атакуй! Понял! На земле. Да, вижу. Старайся обстреливать ракетами. Учись поражать наземные цели. Объем фрицев, наверное, буду как француз говорить. Ясно. Ты очень недоверчивый, Уилсон. Тебе это кто-нибудь говорил? Боже мой! Немцы! Что будем делать? А ты как думаешь? Будем сбивать. Yeah.
аварии. Это мотор был? На полной скорости отвалиться что-то могло. Почини, что можешь спереди. Опять фрицы! Вижу их! Сейчас пойдет потеха! Мы случайно узнали, где немцы хранят боеприпасы для половины Западного фронта.